Перу полиция задержала двоих расхитителей гробниц. По данным властей, у них конфисковали более 200 артефактов. Эти грабители власти Перу поймали на месте преступления. Их застали за вскрытием могилы в районе археологического памятника Сан-Антонио, неподалеку от города Такна. Преступники пытались скрыться, но безуспешно. В их тайнике полицейские обнаружили более 200 артефактов из различных захоронений и с мест профессиональных раскопок. Некоторые из них датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Все изъятые у грабителей артефакты передали хранителям археологического музея города Такны, и теперь их исследованием займутся ученые. Мы нашли в тайнике куски ткани, как одежды, так и погребальных облачений, корзины, музыкальные инструменты, а также человеческие останки. Все эти вещи представляют невероятную ценность для изучения культуры.